дорогие. Мы очень рады приветствовать вас в нашем, наверное, вы заметили, несколько обновленном зале. Вопросом задаются люди, которые говорят, да, Абхаял, вот что мне сделать, чтобы, ну, мои дела как-то в гору пошли, кто-то там меня заметил, еще что-то. Я говорю, так ты целый день дома сидишь и ничего не делаешь. Всегда нужно как бы действовать, никогда не нужно останавливаться. И все время от нас требуется именно движение в том русле, да, в котором нам не нужно останавливаться. Если мы достигли какой-то цели, ни в коем случае не нужно останавливаться. Нужно идти дальше, задавать себе цели новые, идти дальше.